Эх. Пылающую голову рассвет приподнимает с ложа своего, и все земное шлет ему привет лучистое, встречая божество. Когда в рассвете сил в полдневный час светило смотрит с высоты крутой, с таким восторгом миллионы глаз следят за колесницей золотой. Когда же солнце завершает круг и катится устало на закат, глаза его поклонников и слуг уже в другую сторону глядят. Оставшись сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня.